Штатные изменения произошли в администрации города. Юлия Владимировна Галикова назначена новым заместителем главы муниципального образования по экономике. 18 марта она приступила к своим обязанностям. В сфере здравоохранения продолжается обучение десногорских медиков по неотложной хирургии. Для них проводит лекции, мастер-классы профессор Андрей Черепанин. В нормальном режиме работает городская инфраструктура. Проводятся собрания с жильцами малоэтажных домов по поводу недостающих площадок для сбора мусора. Активность собственников низкая. Решения принимаются с трудом, и есть вероятность вернуться к мешочному сбору мусора. Мы призываем собственников принимать активное участие в решении проблем своего дома, в организации и проведении собраний. Обсуждалась на совещании реализация значимого для города проекта «Атомпарк». Его запланировано организовать за 12-м домом первого микрорайона. В Центре культуры и молодежной политики уже состоялись встречи жителей Десногорска с наставниками этого проекта. В культурной жизни города запланировано ряд мероприятий. Так, 21 марта состоится открытие выставки работ преподавателей детской художественной школы в выставочном зале историко-краеведческого музея. 24 марта в 16:00 состоится праздничная программа, посвященная Дню работника культуры в киноконцертном зале Центра культуры и молодежной политики. Внештатные ситуации в Десногорске спасатели и пожарная инспекция не зафиксировали. Муниципальная система оповещения функционирует в обычном режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.